не простите, билеты на ежегодное рождественское представление уже в продаже. Они сейчас рекламируют это по телевизору. Конкурс особенно важный в этом году. Это 75-я годовщина. Хочу отметить Грейс за то, что она вызвалась режиссировать его. Что вы сделали? О, нет. Неужели кто-то мог умереть? Это похуже того, сынок. Это будет лучшим рождественским представлением. О, нет. Это германы. Сейчас. Германы – худшие дети в истории человечества. Что они теперь натворили, дорогая? Разбили окно? Подожгли что-нибудь? Украли обед и избили вас за то, что у вас нет конфет? Нет, еще хуже. Мы будем в вашем библейском классе. Германы. В церкви. О боже. Переиграйте пародию. Серьезно, это о сообществе и о традиции. Что вы предлагаете? Я вышвырну германов из церкви? Да. Я хочу быть Марией, и Ральф хочет быть Иосифом. А ангел Господень... Здесь не должно быть германов. Они плохо влияют. Не похожи на Марию, которую я видел. Не трогайте его. Я рад взять роль в любое время. Не могу же я просто выгнать его. Думаю, вас может заинтересовать что-то из моих вещей. Мне не говорил, что навещал Хердманов. У меня для вас самая большая рука. Твоя мама дома? Никогда встает солнце. Если Хердманы доставят нам трудности, вероятно, так и будет. Но суть не во мне. Иисус родился для Хердманов, как и для нас. Упустим суть истории, если откажемся от них. Театрализованное представление, которое хочется видеть. Матерь Мария пыхтит сигарой. Пастухи дубасят друг друга крюками. Думаю, они сожгли ясли за $5.